Рыбакит папа рисует. Привет, ребят! Меня зовут Ваня, а это... Павлик! Умный Павлик! И мы с собой сегодня чем будем заниматься, расскажи? Наукой! Сегодня мы будем заниматься наукой по тетрадке Кумон! Начинаем! Тетрадка Кумон, она здоровская, толстая, здесь много занятий. И сегодня только наука. От 4 лет. Тебе сколько лет? 500. Павлику 5,5 лет. Мы, наука, это тетрадка Кумон, их много, и они все разные, там для науки, для вырезаний, для счета, для подготовки к школе, много чего. И мы сейчас уже здесь, как держать карандаш, все правильно написано, для чего эта тетрадка, все написано, все рассказано. Мы уже повыполняли много занятий. Занятия простые, но они постепенно усложняются. То мы раскрашивали, то мы решали, а теперь у Павлика новое занятие. Сегодня мы будем изучать биологию. Начинаем. А в конце, ребят, мы нарисуем... Что? Луну, месяц. А может, вот это сейчас сделаем? Давай это делай. Первое, делаем это задание. Крошечные животные. Когда мы смотрим на маленьких насекомых, мы можем на них смотреть с помощью лупы. Большой такой лупы, которая увеличивает их и делает большими для нас, наших глаз. А, давай ответим, как эти животные выглядят под лупой. Соедини линиями пары картинок. Смотри, это кто такие? Муравьи. Муравьи. А где здесь муравей? Давай, найди муравья и соединяй. Оно легкое задание, но дальше оно будет усложняться. Это мы кого видим? Какие-то красные бушки. Это красные божьи коровки. Мы не раз их рисовали. А это кто? Мухи на дыню прилетели, съели нашу дыню. Соединили. Вот и все. Павлик, давай 5. Все, задание выполнено. Оно очень легкое. А следующее задание для Павлика будет немножко посложнее. Нужно нарисовать. Здесь написано: нарисуй вкусную еду и напиток для девочки. Давай, какой напиток ты будешь рисовать, расскажи. Лимонад. Лимонад. Он какого цвета? Бери. А что у тебя, ты так их распределил? Ну, для того, чтобы ты выбрал и рисовал. Раскрашивай. Бери. Лимонад, он, наверное, желтый, правильно? А на тарелке что ты нарисуешь? Что нарисуешь на тарелке? Павлик. Смотри, вот сначала так, а у тебя там белый есть? Нет, у меня есть оранжевый. Добавь чуть-чуть оранжевого. Смотри, теперь... Оранжевая. Так. Трубочка. Ух, еще и с трубочкой. Ой, как хорошо, девочки. А на трубочке опять вот этот желтый лимон. Хорошо. Человек тоже живое существо. Он является частью мира животных. Как и все животные, ему нужна пища, вода и воздух. И девочку мы напоим апельсиновым соком. Нет, это лимонад, да? А теперь мы будем рисовать что? Что девочка ест? На тарелке что ты рисуешь? Кое-что, угадайте сами. Ну, реши, что это такое. Это, наверное, яблоко, ребят. Павлик рисует яблоко. Раскрашивай яблоко. Зеленое яблоко и апельсиновый сок. Все, что нужно для здорового образа жизни, да? Девочка очень вкусно питается. Ну, все зеленое яблоко нарисуй. Все классно получится. Или даже немножко желтенькое. Вот здесь да, я чуть-чуть помогу, да? Павлику очень нравится рисовать и раскрашивать. И мы это часто делаем. И, конечно же, мы делаем это по тетрадке Кумон, иногда изучая науку. И разные другие. Давай следующее. Смотрите, все занятия. Давай 5. Вау, отлично. Следующее задание нужно клеить и изучить. Человек млекопитающий. Давай сначала. Что такое млекопитающий? Это животные отличаются особым особенностью, которых... они все животные, некоторые... Кормят животных маленьких детей, знаешь, чем? Чем? Молочком. Их называют млекопитающие. Например, лев, львица кормит маленького львенка молочком. А маленький бурундук, хомячок, хомяк тоже, он кушает молочко. Кит? Нет, это же кто? Это же дельфин, и он тоже кушает молочко. А здесь еще есть одно животное, которое кушает молочко. Покажи, кто это? Это же мальчик, и он тоже кушает молочко. Так, а теперь не млекопитающие. Это рыбы, например, птицы, бабочки, насекомые. Они не пьют молоко. А кого ты хочешь наклеить? Наклеивай. Хочет наклеить? Давай. Лягушку. Лягушка тоже не пьет молоко. Смотри, похоже на полумесяц. Мы поняли, да? Что некоторые животные млекопитающие, а некоторые нет, да? Вот и все занятие. Давай.
Давайте еще одно или два решим, и тогда уже будем рисовать месяц. Давай так. Вот она, наша Земля. Крась сушу зеленым карандашом, а воду голубым. Земля – это наша планета. Формой она похожа на шар, напоминает шар. А на Земле есть вода и голубой суша. Да, действительно. И голубой подготовить? Хорошо, подготовлю. Так, отлично. Зеленые материки – это суша, а голубые у Павлика будут – это океан. Там много воды. Воды, кстати, больше на Земле. Отлично. Теперь голубые. Потому что сначала человеки. Человеки. Что человек? Ну, как там, Земля вся была в воде, потом стала покрываться от солнышка чуть-чуть суши. В общем, там такие... Да, это мне в садике рассказывали. У Павлика есть свои теории, и он слушает все, что ему рассказывают в садике. Так что родителям советую заниматься тоже детьми и как бы... И в садик. В садик, конечно, ходить надо, но надо и читать научные книжки. Вот, например, Кумон наука. Давай так, сегодня мы хорошо с тобой позанимались. Давай 5. А вторую где? А следующее занятие мы следуем на следующем занятии. Занятий много, и мы Кумон будем продолжать. Но сейчас у нас по плану нарисовать. Да, нарисовать. Что нарисовать? Да. Месяц, но только очень веселый месяц. Давай сначала маркеры, Павлик. Берем маркеры и рисуем месяц. Смотри, а Павлик повторяет за мной. Павлик, повторяй за мной. Павлик, посмотри, сейчас я нарисую очень веселый месяц. Смотри, как он выглядит. Месяц – это половина Луны, да, такая? Вот он вот такой. Полумесяц. Вот. Полумесяц. Вот так рисуем его. Ты сможешь такой нарисовать? Ага, уже сложнее, но все-таки мы и назад. И похож он на что похож? На мочи. На тонкий месяц. А мой месяц, он улыбается, и он закрытыми глазками... спит, и у него есть нос. Давай рисуем глаза. Ну, можешь ему открытые глаза нарисовать. И рядом можно нарисовать звездочки. И тогда у нас получится звездное небо. Такие маленькие звездочки. Раскрашиваем месяц. Месяц у меня будет желтый. Я раскрашу его желтым. Да, они будут как снежинки. Масляной пастелью раскрашиваю. Если у тебя есть карандаши, то раскрашивай карандашами. И мне кажется, интересно всегда, когда вы позанимались, например, какими-то занятиями, а после можно посидеть просто порисовать. С Павликом и с Ромой, конечно, мы это очень любим делать. Ну, ты много звезд, давай немножко перерыв сделаем. Много звезд достаточно. Теперь давай раскрась свой месяц. А карандаш закроем, маркер закроем. Раскрашивай свой месяц. Месяц у нас в ночном небе. Мы нарисовали ночное небо, почти ночное. И звездочки тоже раскрашиваю. Давай раскрашивай месяц, это будет интересно. А звездочки мои светятся. Также можно раскрасить еще небо, но я думаю, что, может быть, ребятам будет сложно раскрасить, и Павлику тоже. Так что я немножко подкрашу рядом с месяцем, немножечко фиолетовым. Сделаю так, что небо будет темно-фиолетовым рядом с месяцем. Смотри, пап, мои звездочки светятся в кружу. Из-за этого и он будет больше виден и станет более яркий. Смотри, какой красивый месяц. Он даже ярко светится. А как я покажу свечение? Я немножко добавлю в него оранжевый. А потом нарисую от него лучи. И он ярко светит нам ночью. И путникам, если они идут ночью, помогает найти дорогу, да? Давай, раскрашиваем месяц. И сегодня занятие закончено. Такой простой урок мы сделали. И трансляция уже. Мы просто записываем ролики для наших зрителей. Отличный рисунок. Ну, мне кажется, ты даже не закрасил, Павлик. Закрашивай давай. Быстренько, как ты умеешь. Мы обычно раскрашиваем все быстро. Мы не тормозим и стараемся. Так что у тебя легче, он у тебя? У меня легче, у тебя легче. Он у тебя такой тощий, мало каши ел. Да. Ладно, давай. Клади карандаши, все кладем на место. Маркеры. Какие не карандаши? Ну, это я называю карандаши или мелки. Ребят, сегодня мы прошли немножечко Кумона, она очень толстая, есть много наклеек в конце, много заданий, они все простые, но постепенно они усложняются, и с помощью простых заданий ваш ребенок узнает все больше и больше о науке. И потом нужно орать во все горло. Нет, а потом мы прощаемся, и также мы нарисовали ночной месяц. Ребят,
До новых встреч. Приходите, рисуйте, если вам нравятся такие видео. А я убираю в облако. Где мы вместе рисуем с Павликом и изучаем науку или другие тетрадки, какие-то книжки читаем, то обязательно поставьте лайк, мы это увидим. Спасибо. До новых встреч.